будет, если дереву дать в руки топор и посадить верхом на коня? Знакомьтесь, Гровер, дикий. Если вы играли в Смайт, то наверняка знаете Сильвануса, хранителя леса. Так вот, Гровером зовут древня, на котором он ездит. И это новый герой в паладинах. Гровер, способности. Автоатака Гровера, мили удары топором. Альтернативная атака – бросок топора, который калечит противника на 1.5 секунды. Колючки и цветки. С помощью этой ауры Сильванус, а простите, Гровер, хилит союзников, либо наносит урон врагам. Гровер кидает лиану и притягивается к ней, снимая с себя дебаф. Ульта – вертушка. Гровер закручивается в вихре и наносит урон в радиусе в течение 4 секунд. Озвучка подготовлена Пегги из машины.